Купаться только в специально оборудованных местах и соблюдать правила безопасности на воде. Как с пользой провести летнее время, сейчас узнаем. Одна из рекомендаций специалистов перед купальным сезоном – посетить врача и обязательно проверить свое здоровье. После чего можно смело отправляться на пляж. Главное – помнить о мерах безопасности, которые помогут избежать происшествий. Здесь два очень важных момента. Первое – это то, что на всех благоустроенных пляжах присутствует спасательная служба. Люди специально обучены, и это их задача – спасать других. Второй момент. Каждую весну на акватории этих пляжей проводится водолазное обследование, то есть гарантированно на дне никаких посторонних опасных предметов нет. Поэтому еще раз убедительно просим и предлагаем проводить время, купаться именно на таких водоемах благоустроенных. Не нырять в незнакомых местах и не заплывать далеко от берега на надувных матрасах технику безопасности горожане знают. Но напомнить правила поведения на воде лишним не будет. А так беречься аккуратно, не ударяться нигде, стараться купаться и в воде находиться не целый день, как говорится, с перерывами. Во время отдыха необходимо следить за детьми и быть внимательными. Об этом жителям округа еще раз напоминают сотрудники полиции и общественники. На постоянной основе вместе с сотрудниками ОМВД по Одинцовскому городскому округу проводим профилактические мероприятия, направленные на разъяснение нашим гражданам Одинцовского района, как правильно в летний период времени препровождать время и соответственно, нахождение с детьми и подростком у воды. Профилактические беседы с отдыхающими помогут избежать несчастных случаев, отмечают спасатели. Ведь предупрежден, значит вооружен, а летний отдых в таком случае пойдет только на пользу. Екатерина Крамер, Фарид Хайретдинов, телекомпания «Одинцова».